Всем привет! Продолжаем рассматривать картины и скульптуры художников. Хуго Симберг. «Танец на причале». 1899 год. Бумага, акварель, гуашь. Художественное направление символизм, ярким представителем которого в Финляндии был Хуго Симберг, характеризуется повышенным интересом к философским, религиозным и поэтическим метафорам. Мастера, развивающие это течение, всегда очень внимательно относились к многослойности и сложности трактовок образов и аллегорий. Символисты опирались на многочисленные культурные традиции, будь то античные миры или, как в данном случае, религиозные сюжеты позднего средневековья, 15 век. Излюбленным образом мастера был «данс макабре», французского «пляска смерти». Так называли отдельный жанр живописи, который служил аллегорией смерти. Смысл символики заключался в том, что неважно, какое положение человек занимал при жизни, смерть объединяет всех. Наиболее известными работами, затрагивающими эту тему, стали монументальные полотна из Любека мастера Бернта Нотки и графические серии великого художника Ганса Гальбейна-младшего. Такой сюжет призывал людей помнить о скоротечности жизни, условности славы и относительности земных благ. В 19-20 веках на эту тему написан целый ряд музыкальных произведений, в том числе такими мастерами, как Модес Мусоргский и Дмитрий Шостакович, а также современниками Симбера, Густавом Малером и Арнольдом Шенбергом. Финский живописец, работавший на рубеже столетий, включил в себя богатейшую традицию переосмысления аллегории пляски смерти. Два скелета поочередно подхватывают в танце людей, которые выстроились в очередь на причале. Кажется, что они сбрасывают живых в воду. Это место, переходное от человеческого мира в подземное царство. Художественное время картины условно. Непонятно, то ли это закат, то ли это раннее утро. Но такое описание к работе «Танец на причале» Хуго Симберга, 1899 год, бумага, акварель, гуашь, я нашел в интернете. Текст по книге «Великий музей мира». До свидания. Пока-пока.